Нам 2 года! Ура! Это самый главный тезис сегодняшнего агу. Дня. Агу! Действительно. И мою агу тебе. Слушай, ну я хочу сказать, что у нас сейчас в гостях потрясающие ребята, мои большие друзья. Я бывала на их концертах на целых 2, по-моему, да? Если я... 2 концерта. Правильно, да? По концерту в год. Это Вадим Зайдин, лидер коллектива Jazz Dance Orchestra, автор аранжировок, композитор, трубач. И Дашечка моя, Лиман, скрипачка, вокалистка, совершенно потрясающая... Хотел представить я даму, не дала! Нет, ничего тебе. А все вместе? Мастер импровизации, это Jazz Dance Orchestra. Вот. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Спасибо. Слушайте, ну этот праздник без вас вообще не мог никак состояться, потому что вы действительно наши большие друзья, вы у нас постоянно, вы с нами росли, вы с нами развивались, и кому, как не вам, говорить сейчас эти теплые и радостные слова поздравления, давайте. Да, поздравляем, мы очень рады, что вам уже 2 года, правда, это очень мало, значит, впереди еще большой путь. И ну, уже нормально. Уже на ноги встали, можете ходить, оперились. Поздравляем, желаем дальнейших творческих успехов, развития. Да, самых прекрасных гостей и замечательной всегда атмосферы, которая у вас всегда есть, это очень здорово. Спасибо вам огромное, что вы есть. Спасибо, что вы все такие здоровские и клевые. Мы рады сегодня разделить с вами этот праздник. Спасибо. Слушайте, а для сравнения, Jazz Dance Orchestra уже сколько? Почти 15. Вот так вот, а нам 2. А мы за ручку расти. Есть. За ручку ведем в садик вас. В большую жизнь. Ну что, пока вы нас ведете за ручку, я предлагаю вам, вот так сказать, на правах учителей показать класс в прямом эфире и исполнить что-нибудь эдакое, от чего Михаил пойдет в пляс. А давайте. Надеемся, народную. Что давайте. Давай. Пойдете в пляс. Что будет? Вы скажите сразу. Да, скажем. А говори. Вокузница будет. Русская, отлично. Народная, давайте. Потанцуем. Давай. Потанцуем. Я готовлюсь. Потихонечку. Разгоняемся. Сарафан, сарафан. Ой, носи, носи.
давали сам. Зовем Дуня Лабужа, Лабужа. Больше понравилось это. О, это я вообще было просто бесподобно. Не, ну, ну и Вадим Владимир тоже, да. Спасибо, друзья. Вы задали настроение сегодняшнего дня. Но, ой, слушайте, песня — это не единственное, что мы от вас хотим. Мы, да, от вас хотим гимн. Да. Не полностью. У нас есть вот этот, вот эта наша фотостена, вот эти фотообои, где уже есть первая самая строчка. Султан Ураган, он сказал, он всех подставил, но да, ничего. Без промедлений, преамбул и фиоритур. Он сказал, что есть хорошая рифма физкультур. Партитур. Партитур. И культур. И мультур. Да. И гарнитур. Гарнитур. То есть мы должны там дописать какую-то... Да. Вторую строчку, да, да. Берите маркер, берите любой маркер. Вот у меня есть красный. Ну вот есть синий. Есть, давай, синий, цветные. Какой вот любимый синий, цвет? Синий, чтобы страна FM была синий и красный, и белый. Мы, да, будем комментировать, что происходит. Нет, писать будете однозначно вы. Фиоритур. Это слово тоже Лере было незнакомо. Я тебе вне эфира расскажу, что это значит. Без, да, без нот партии и партитур. Да, вот, давай. Давайте. Давайте, давайте. Вот там есть микрофон, можно в него даже что-то вот сказать. Вот, Даша, рядом что с тобой микрофончик, да. Ты без нот партии и партитур все наизусть должны играть. Давай, без, давай. Немножко масло-масляное. Без, ну, нот. Без нот. Комментирую я. Партий. Без... Вот, парни, я бы пропустил, может быть, что-то интереснее придумать. И партитур. Закончи и партитур. Без, а нот и партитур. Без нот, фонограмм. Отлично! Без нот. Фонограммы. Фонограммы и партитур. Фонограмм вообще. Фонограмм. Фонограмм. Фоно. 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 А? Но. Грамм. И партитур. Все, слушайте, ну, отлично, вы красавцы. Спасибо. Оставляйте вам. Оставляйте. И смайлик даже написали. Ну что? Ну что? Вадим, спасибо. Даша, спасибо огромное вам. И вам спасибо тоже вам. Спасибо. С днем рождения. Ура, 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 ура. Спасибо, ура. Спасибо. Очень любим. До встречи. Страна FM принимает поздравления.